конечно, гораздо спокойнее, чем было месяц назад, чем даже 2 недели назад. Сместился немного у них распорядок дня, они уже до 10:30 спят, уже на завтрак только это 1/3 выходит. Ну, обед, говорят, пользуется вот таким еще ажиотажем, спросом, особенно у детей. Уже автолавка привозит под их желание больше, я смотрю, лавашей накупают, чем, допустим, нашего традиционного хлеба спокойствия. Такое размеренная жизнь. Те, кто уехали, оставили им свои одеяла, матрасы и уже как в квартирах обустроились. Ну, видимо, остались уже только те, кто действительно, кому некуда уже ехать обратно на родину, и они все-таки хотят хоть какого-то решения вопроса о их мечте в Европу. Как говорят, уже несколько семей хотят остаться в Беларуси, ну, видимо, увидели, как здесь спокойно, как они заботятся. Хотя, наверное, тоже четко понимают, что здесь нет пособий для неработающих и нужно работать, чтобы прожить. Один парень, всегда переводчиком был у меня, мы с ним когда-то раньше разговаривали, он все мечтал за немецкий клуб футбол выступать, но сейчас уже и на Неман согласен, Хасан такой здесь есть, что тоже поощряется. Кстати, они вот тут и футбол, и волейбол играют, и как вот мне ребята рассказывают, наши ОМОНовцы, какие-то свои национальные игры по 20-30, какие-то типа вот настольных, не карты, но что-то вот такое, ну, детям выход энергии нужен. Я вот сейчас с тремя в футбол немножко поиграл, мячом поперекинулся. Ну, все одеты, все довольны, как вот рассказывает наш сотрудник идеологии облсполкома. Две женщины из тех, кто родил уже здесь, находятся в кризисном центре, который у нас до этого был. Их посещает патронажная сестра, врач осматривает. Гинеколог осматривает, вот, все детки досмотрены. Один из счастливых отцов подошел ко мне, сейчас вот похвастался и поблагодарил, показал на телефоне, что его жена в госпитал, как он говорит, родила. Сумели мы с ним объясниться, уже смотрю, он за эти вот 40 дней уже несколько слов по-русски говорит. Я ему сказал еще, говорю, немного, и ты будешь по-русски говорить уже побольше, как я. Смеется, понимает. Медицинская помощь оказывается, баня 4 дня в неделю работает. На полевой кухне уже приспособились и яйца варить, и картошку. Ну вот как-то так наладили свой быт.